Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодня мы, ребята, продолжаем проходить с вами Bowmasters. Как вы помните, цель у нас открыть всех героев. Ну что же, давайте приступим. Чуз, конечно же, наш любимый пилот, точнее мой. И против нас какой-то чувак, который танцует брейкданс, причем никудышно. Ну-ка, давайте пульнем ню. Да, пульнул я куда-то не туда. Ну что ж, такое бывает. Ух ты, какой у него световой меч. Ну-ка, ты давай-ка прекращай мне, малыш, с этими делами-то. А ну-ка, вкуси-ка всю ярость моего бумеранга. На тебе. Прям в лобешник. Замечательно. Нет ничего приятнее, когда попадаешь во врага. Но когда попадает враг в тебя, особо радости это не доставляет. А ну-ка еще разочек. Блин, ага, у меня же есть вот так вот. У меня же есть обратный полет бумеранга. Хе-хе, вкусил. Он все-таки мимо. Мимо. Надо ему немножко очки-то, наверное, протереть, чтоб он хотя бы научился наводить свой меч. А ну-ка. Дрожи, дрожи. Опа. Все, выкусил. Осталось, ребята, его только добить. И я это сделаю с превеликим удовольствием. Лишь бы попасть. Ну, не подведи меня на цел. Так, отлично. Это называется Zer Good, ребята. Zer Good, то бишь очень, очень хорошо. Мы с вами продвигаемся далее. Нет, не будем мы это смотреть. Давайте вот это глянем. И я хочу, чтобы мне выпала какая-нибудь героиня или герой. Но мне выпадает всего лишь 500 золотых. Ладно, и на этом спасибо. И у меня открылся турнир. Ребята, у меня открылся турнир. То есть, ух ты, 1000 золотых. То бишь, я могу сейчас участвовать в турнире. Ну что же, давайте глянем. Давайте начнем с легенького, изи. И я собираюсь выбрать своего пилота. Раз, два, три, четыре, пять, семь. Бабка Барбара с кошкой на голове, без зубов, и у нее оружие кошак? Мне не показалось? А ну-ка, кошак! Да ну ты брось, бабуля, хорош, успокойся. Бедный котик, а? Только лишь глазки одни остались. А ну-ка, давайте попробуем так вот. Ать! Чуть-чуть мне не хватило, ребята. Ну, как же так? А сейчас она будет... Нет, нет. К моему счастью, она тоже промахивается. Давайте вот так вот сделаем. А ну-ка, вкуси-ка всю мощь моего бумеранга, бабуля. Блин, как же я обожаю эту игру, а? Как она прикольно сделана. Так, ну что, давай. Давай прицелимся вот так вот немножко. Ну, на худой конец бумеранг даже не пришлось возвращать. Так, она все у меня теребит кошаков. Кошачница, живодерка, это бабка. Ее надо в первую очередь истреблять. Ребята, я не люблю тех людей, которые издеваются над животными. Вкуси! А? Как тебе? Сейчас я тебе и финишем сделаю. Живодерка, ты несчастная, а? Беззубая. И кошка у нее на голове. Так, немножко промахнулся, да? Эх, капельку не хватило. Жаль, но все равно она свое получила по заслугам. И мне ее нисколько не жаль. Я получил 200 золотых и 50 еще за выполнение. Так, и мы продвигаемся дальше. А это у нас кто? Знакомая личность, это у нас Арнольд. Я бы, скорее всего, назвал его Рэмбо. Более на него он похож. Так, давайте прицелимся. Первый у нас бросок называется пробный, потому что мы... Опа! И попали. Жаль, конечно, что он скатился у меня в эту впадинку. Будет проблематично его достать, но у меня же супер бумеранг, поэтому я как бы сейчас особо на этот счет не парюсь. Так, давайте-ка прицелимся хорошенько. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй, промашка была. Ну что ж, ладно, возьмем чуть-чуть повыше и чуть-чуть посильнее. А он тоже мазит. Мазил еще тот, как говорится. Ладно, ну-ка вкуси. Нет, надо назад. На-ка взад. И я его... Нет, почему-то я его еще не добил. Но, видимо, у него жизнь всего лишь на один удар. Ладно, мы это должны сделать без проблем. Не слишком ли высоко я беру, а? Ребят, как думаете? Да. Ну, давай. Ну. Есть.
Есть, ребята, я ему прям в горбину как долбанул. Так, ну что, получится мне добить его или нет, а? Давайте-ка попробуем. Примерно с той же, только чуть-чуть пониже. Ага, вот так вот. А-тя-тя-тя-тя, ну, бей. Есть! Только ножки ей разлетелись от этого Арнольда. За свою фаталити я получаю 50 золотых. Моя, как ее звать-то, я даже не помню. Назовем ее девочка-пилот, радостная как никогда. А, Реймонд. И у нас Дэдпул, точнее Реддиш. Почему его Реддиш назвали, не понимаю. Блин, ну какая же неудобная позиция у меня сейчас в данный момент. Ладно, давайте, для пробы стрельнем так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда ж такой перелет-то? Ну попробуем. Ух ты! Ничего себе, ребята, я ткнул наугад на возвращение бумеранга, и он попал ему прям в лобешник. Ну, как вы видите... Этот Реддиш тоже мне засандалил. О, елки. А я не понял, он упал от чего? От того, что его чуть-чуть задело. Тихо ты, Реддиш, успокойся. Я тебя, честно говоря, назвал Дэдпул. Ты уж больно похож на моего героя Дэдпула. Так, назад. Вот это вот замечательно. Красава, выполнено. Со стоп. Нет. Ты не припухли, а, Реддиш? Ну-ка, давай. Давай. Редмонд, или как тебя там звать? Давай. А ну-ка, ся. А ну, вкуси. Вот это другой разговор. Почему-то в спину отнимается как-то очень мало. Лишь бы не попал. И он не попадает. Это хорошо. А я ему в ответочку запускаю пламенный привет. Так. Бинго. Должно быть бинго. Есть. Да, жаль, его не добил, но он похож сейчас на Карлсона. Жалко, нету кнопочки спереди. Хорош, ты успокойся уже, ну на самом деле. Как такое может быть? Ладно, ребята, давайте. Он меня уже что-то нервирует. Я боюсь даже, как бы он меня не подбил. Так. Все, ты правильно дрожал, малыш. 150 голды моих, и я себя чувствую просто шикарно. Спасибо тебе, сэр Риддиш. Осталось только лишь сделать фатальное добитие. Будем пробовать. Должно получиться, по идее. Ну-ка. 100% попадание, ребята. Просто откосил ему ножки. Все. Так, ладушки. Моя, как ее звать-то, Редмонд, счастлива до беспредела. И я получаю деньги. Деньги я получаю, ребята. А вы знаете прекрасно, что у нас цель — открыть всех героев. Поэтому деньги нам очень нужны. Терренс. Терренс — это, по-моему, если не ошибаюсь, такой злобный мужик с бензопилой. Если это он, мне будет очень плохо. И поэтому мне нужно как можно быстрее его запинать. Смотрите, что он сейчас будет вытворять. Фу, слава тебе, яйца. Он промахнулся. Поэтому у меня есть шанс. На-ка, выкуси, уродец, бомжара. Нет, бомжара другой. А этот какой-то, я даже не знаю, как назвать его. Промахнулся. Так, давайте, ребята, еще разочек сейчас вот приблизительно так. А ну-ка. А-тя-тя, ух ты, блин, зараза. Немножечко не хватило. Я боюсь его пилы, вот. Поэтому я и боюсь, что она даже падает, она... лежит, она все равно работает, пилит, пилит мне мозги. И я упал вне, как сказать, неудобное для себя положение. Смотрите, что получается. Очередной бросок от бандоса. И, блин, да что ж ты будешь делать? Он попадает мне по чайнику. Давайте-ка еще разочек, еще поприцельнее, так сказать. Слушайте, не улетит ли у меня он... чертовой бабушкин кулички, а? Мой бумеранг. Давайте попробуем. Я так и думал, что он улетит фиг знает куда. Так, бомж, успокойся. Эти, блин, да как же так? Ну, елки-палки, хорошо. Хотя бы я не упал на эту пилу, иначе бы сейчас просто бы отлетели от меня одни ошметки. Так, давайте вот так попробуем. Ну-ка. Бумеранг имеет способ у меня возвращаться. Не забываем это. В чайник ему, в чайник дай! Есть, ну не в чайник, но хотя бы в спину. Напоминаешь мне сейчас милого нашего Карлсона с пропеллером в спине. Сейчас мы тебе только сделаем кнопочку спереди. Ты не волнуйся. Сейчас все будет.
Да куда ж ты? Ну, ёлки ты палки. Это ж голимый недолёт. Голимый, понимаете? Нет. Ну, как так? Придётся, ребята, тратить нам деньги. Я не собираюсь здесь проигрывать. Вы понимаете, что такое турнир? Это вызов. Это... Да какого лешего? Это проявление своей силы, воли, меткости и так далее и тому подобное. Сюда щенков не берут и не допускают. Поэтому мы не должны ни в коем случае оплошать. Ну-ка, блин, мимо, да? Ядрить твою налево, а? Я знаю этого психа с пилой. Он шутить любит. Он сейчас может косить под дурачка, а потом будет наводить прицельные атаки, которые будут просто рубить меня в пух и прах, в щепки, в хлам, на тряпочки. И опять я попадаю в ту же самую точку, куда попадал до этого. Нет, промахнись, Терренс, промахнись. Блин! У меня даже нет слов, ребята. И я очень сильно опечален. Это мои последние замахи бумерангом. Ну, мимо, что ли? А нет, ребята, я все-таки в лоб-то ему засандалил на дорожку. Фу, слава богу, он промахнулся, поэтому мой ответный удар. Я хочу сделать примерно так, только немножечко пониже. Ну-ка. Бинго, ребята, это бинго, смотрите, сейчас что будет. Опа, отдохни-ка, родной ты мой. Даже, ребята, если я сейчас не сделаю финишем смертельного добития, я все равно уже выиграл. Но я его делаю. Голова только отлетела. Фух, Терренс это да, дает жару. Фаталити, 50 голды. Мой пилот радуется, не нарадуется. А как я рад. Ух, если вы знали, ребята. И у нас следующая битва. И кто у нас тут? Кстати, вот этого я еще не встречал. Даже не знаю, кто это такой. Маэстро. Ну, сыграй мне, маэстро, на флейточке. Так. Так, пробный наш запуск бумеранга. Опа! Вот это я попробовал. Да, махай руками. Так, что у него там за бутылочка такая некрасивая? Ой-ой-ой-ой-ой. Это какой-то яд. А почему его называют маэстро? Я думал, что он там будет играть на каком-то инструменте. А он, оказывается, ядом штудирует. На-ка, выкуси. Вот так вот, вот это по мне. Так, давай-ка промахнись. И, возможно... Да, мы станцевали лезгиночку, потому что он в нас все-таки попал. Но хорошо не основной бутылочкой, а какой-то там каплей. А теперь моя очередь. Так, в спину ему. Да как же так? Я, ребята, немножко не успел нажать на кнопочку. А если честно, я успел нажать, но почему-то он не сработал. Видимо, не всегда срабатывает здесь этот суперудар. Так, давайте. Оп! Замечательно, хедшот меня вполне устраивает. Промахнись ты, урод! Да как же там, конечно, промахнется. Кстати, не очень-то и много отнимает пузырек. Я думал, будет намного жестче. А как тебе это хотел сказать? Промахиваясь, а вот он сейчас попадет, стопудов. Нет, он промахивается. И хорошо, что капли летят вперед, а не назад или в разные стороны. Тем самым у меня есть возможность отомстить. А ну-ка, да как же так, надо еще немножко дальше взять. Ладно, промахнись, я заклинаю это. Да как же, блин, ребята, он мне оголил череп. Все, я не могу, я еще и поджарился, но я выжил. Так, все, это мой последний шанс. Давайте пробуем. А ну-ка. Да какого лешего? Ну как так? Ну, ядрить твою на корень, а? Бомбарбия, киргуду. Я не знаю, как это назвать. Мне придется тратить деньги, ребята. Но это последний мой шанс. Последний. Да, и к тому же, не забудьте, ребята, что турнир мы сейчас проходим на самом легком уровне, который нам сейчас доступен. Ну, попади в ноги. Есть, ребята. Красава, пилотик. Ты мой любимый, я тебя обожаю. Просто, ты просто молодец. Нет тебе слов моей благодарности, добиваем его. Ну. Бинго. Отлично, просто зергуд. Великолепно.
Фаталити, 50 золотых. Ты красава, ты моя. Ты достойна победы. Эпическая победа. Замечательно. Так, ну что, ребята, у нас второй. Я, кстати, его тоже не видел. И я даже не знаю, кто это такой и что он делает. Хабстер. Кто такой Хабстер? Это какой-то любитель, знаете, айподов, айфонов. Селфи, одним словом. Ну-ка, получи-ка. Бинго. Я почему-то даже не сомневался, что я попаду. Правда, дали мне немножко мало денег. Эй, косорылый ты. Иди вон лучше перед зеркалом смотрись. Так, давайте, ребят, прицелимся и... Оп! Как так? Ладно, немножечко сделаем по-другому. Ты промах... Так как... Ты... У меня даже нет слов, ребята. Просто нет слов. Ну-ка. Да... Ну, башню. Ну, есть! Мы ему немножко... Сняли скальпель, так сказать. Взорвись. Ну не на мне же взорвись, елки-палки, а в воздухе. Ладно. Продолжаем разговор. Попади. Ну, в ноги хотя бы. Есть. Так, ребят, смотрите, у него один... Ох ты, вот это мне фартануло. Он промазал, точнее он не промазал, он стрельнул в землю. А я промахнуться в этот момент не должен, даже не обязан. Вот это другой разговор, смотрите. Опля! Блин, да как же так? Я его еще не добил. Промахнись ты, ядрёна вошь, а? Конечно, конечно, как говорится, раскатил ты рей губёшки. Слава богу, у меня деньги есть, и я могу позволить себе на дополнительный шанс. Так вот, давайте сделаем. Вот так вот, маленечко. Ну, давай, бумеранг, обратно вернись. Есть! Хедшот, 25 золотых за хедшот и добитие. Кстати, сколько-то было? 94. Сейчас, подождите. Давайте, наверное, вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй, не попал. Ладно, но все равно мы проходим по турниру дальше. И это замечательно. Это великолепно. И у нас последний. Эту я девочку встречал. Это Бет... А, Косерич... А была раньше она Bad Girls, плохая девочка. Ну, видимо, здесь у них свои нормативы и свои погонялы. Промахнулся, но не беда. Промахнись ты своим поганым джойстиком, а. Вот это другой разговор. Так, надо брать немножко выше и подальше капельку. Так. Вот это другой разговор. Вот это я понимаю. Вот это вот Рей дает прицел. Косит, косит, Кэсси. Ну, мой-то дружок вот так вот никогда не промахнется, практически. Так, запульнила высоко, значит, должна попасть. Нет, вы глядите-ка, промахивается. Что-то нынче у них не задалось с прицеливанием. На-ка, вкуси всю сладость бумеранга моего. Так, промахнись, промахнись, я прошу, Нет, нет, ребята, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поджарила она меня, им неплохо. Так, у нее примерно на 2 попадания. Атя! А почему так мало отняла? Ведь точно же было. Промахнись! Замечательно. И я в ответочку сейчас задам ей жару. Я запомнил примерно свои координаты. А вот так вот. На-ка, выкуси. И приблизительно по тем же самым координатам я сделаю свой очередной выстрел. Если... Ладно, хорошо, меня далеко не откинуло. Поэтому давайте вот так вот на 25 сделаем. Бинго! Уу, гудбай, Кэсси. И, ребята, я знаю, что вам скажу. Я вам скажу даже больше. Мы проходим этот турнир. Я, правда, не знаю, что сейчас будет. На-ка тебе. Ножки твои разлетелись. Ты сиди и подумай, как на меня наезжать. Так, прыгает моя красава. И получается, что мы прошли с вами турнир. Я заработал кубок, я заработал деньги, я заработал признание, власть. Ух ты, ну я не знаю. Знаете что, ребят, мне неохота, если честно, старый человек, то бишь дедушка-рыбак, получается какой-то, нервный он. Ну, я не буду это делать. И мне дают какого-то япошку. Японец.
Это в плане того, что мне дают на раз, или я его приобрел, я вот что-то не догоняю в этом плане. Ну что, давайте зайдем. А, я его могу купить за 7000, да? Так. А здесь вообще, если честно говоря, очень много героев, персонажей, которых я могу купить за деньги. Например, вот, ну, епошка-то понятно, это само собой разумеющее. Санта-Клаус — это донат, 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 донат. А что у нас тут? Ага, вот, у нас еще есть... Я забыл, как его звать, но вы поняли. Так, этот мне не нравится, это какой-то дуралей. Вообще непонятно, какой-то спартанец. Так, мимик, Марио. Ага, вот ботан. Какой-то хиппи непонятный. Так, осьминог. Ё-моё, ребята, нам еще тут, если посмотреть, открывать и открывать этих персонажей. А это означает что? Означает то, что очень будет много выпусков по этой самой стрельбе из лука на меткость. Знаете, я бы хотел бы этого взять, но я все-таки возьму, наверное, вот этого китайца. Немножко перепрыгнем. Я просто... Ого, у него, смотрите, оружие. Это петарда, горящая ракета. И у нас Влад Дракула. Так, запускаем ракету, нажимаем, и она взрывается. В принципе, мне все понятно. Давайте попробуем. Так. Опа! Вот это хорошо, ребята. Это практически как бумеранг. Ну, у бумеранга есть ряд преимуществ. Во-первых, он берет радиусом, а во-вторых, он возвращением. Но здесь тоже можно найти. А почему она не взорвалась? Я же нажал на кнопку. Только в лоб и почернело. Фу, в миллиметре от головы пролетело. Смотрите, когда появляется вот эта иконка Special, то бишь в этот момент я только могу взорвать. Видели, да, сейчас, что произошло? Промахнись ты! Да, конечно, куда ж он промахнется, ага. Съехал плавно я вниз. Так, ребят, для меня это неудобно немножко положение. Лишь бы не в землю воткнуть эту ракету. Взорвись! Есть! Я урыл этого Дракулу. И я собираюсь, знаете, что сделать? Я собираюсь сделать смертельное тотальное добивание. Получится у меня или нет? Куда-то я далеко взял. Ну-ка! Ой-ой-ой-ой-ой, наоборот, оказывается, я взял слишком близко. Кейо, вот именно что Кейо. Китаец радостный, ему нет равных. Нет, я не хочу никакие фейсбуки заходить. Я как-нибудь сейчас пока обойдусь от этого. Ну дайте мне кого-нибудь хорошенького. Опачки, ребята, я получаю Фернандо. На самом деле я бы назвал это Марио. Потому что это на самом деле герой из Марио. Ну, по крайней мере, он на него похож. С ключом, водопроводчик и так далее и тому подобное. Давайте его испробуем. Джереми, но только не этот. Только не Джереми. Ребята, вы помните, кто такой Джереми у нас, да? Это тот самый бомж, который стоит у меня на втором месте. Получи, гнида. На втором месте после осьминога. После осьминога, смотрите, что он сейчас будет делать. Вот что он делает. Он своим мусорным вонючим баком, из которого вылетает весь хлам, просто убивает своего оппонента. А ну-ка, на... Да какого лешего? Вот почему черепаха не может там ничего сделать? Хотя бы вылезла такая. Наваляла бы ему. Да ладно. Уже что ли все? Да ну, такого быть не может. Ну-ка, давайте-ка. Ну... Ребят, я чувствую, что Джереми я не потянул. Да, промахнулся. Все, я раскис. Я раскис, оптимизм у меня сдулся. И... Но он не попал. А это хорошо. Значит, давай, Фернандо. Не скупись на меткость, как говорится. А попади прямо в него. Давай, 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 давай. Эть! Да какого лешего эта черепаха? Ну хоть немножко бы хоть вылезла бы и доползла до него и укусила бы. Ё-моё, что там только не вылетает? Там молот, Тора, граната. Это оружие всех персонажей, которые здесь есть в игре. Да, печалька. Попадем, нет? Есть! Прям в голову. Ребята, мне осталось лишь добить. Лишь добить. У меня это был последний шанс. Ё-ты, ох ты. Вы сами прекрасно все видели, что он сделал. Он просто меня разбил своим хламом мусорным. Дрин твои налево, а? А, он еще... А почему? А, ну это был финишем, да, видимо.
Да нет, финишим только сейчас. А почему я в тот раз не мог? Я не пойму немножко, что с игрой? Багануло, что ли? Ё-моё, кишки, глаза, мозги и тело покатилось, как та самая черепаха. Да, ребята, вот это был бой, вот это было прекрасно, прелестно, нет слов. Ну, на этом, ребята, я буду заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующей серии. Всем счастливо, всем удачи и пока.